Скутер BMW C650 GT. Аккумулятор покажет в процессе эксплуатации, на данный момент запуститься самостоятельно он не может. Такой довольно внушительный размер скутера. Очень красивая оптика, хорошая приемистость, тянет довольно неплохо, двоих везет с превеликим удовольствием. Стоит нештатный выхлоп Акроповик, есть подогрев водительского и заднего пассажира. Это касаемо сидений, установлен задний кофр со спинкой для пассажира, довольно большие подножки, площадки для ног. Для водителя можно и вытянуть, и поставить прямо, для пассажира можно и на свои места поставить, можно и на места водителя. Бензобак и заднее сиденье открываются у нас с помощью ключа. Есть возможность поднятия и опускания ветрового стекла. Подогрев водителя включается здесь. Подогрев для пассажира включается здесь. Также есть подогрев рук. Довольно большой багажный отсек. Здесь у нас находятся два небольших бардачка ниши. С этой стороны также он имеется. Резина у нас уже не новая, дубовенькая и с маленькими трещинками. Тормозной диск в идеале, остаток колодок больше половины. Подножка боковая центральная, моноамортизатор в прекрасном состоянии, отбойничек на месте. Шток сухой, чистый, без всяких коррозий, ржавчины. Передние тормозные также в идеальном состоянии, остаток колодок практически новый. Резина здесь тоже, протектор хороший, но уже старая, дубовая. Вилочка с двух сторон у нас абсолютно чистая, сухая. Два ключа. Пробег 5879 километров. Напоминаю, 2013 год. Выхлоп негромкий, что-то около штатного, но приятный такой легкий бас. Что-то еще хотел сказать и забыл. А, кстати, боковая подножка на данном скутере работает не только как подножка, но и ручник. То есть, если поставить его на боковую подножку, мотоцикл блокирует все передвижения, не сможете даже просто переходить его на месте, что очень неплохо на всяких спусках там и так далее, чтобы он сам никуда не покатился.